Всем привет! Сегодня я вам покажу, как делать музыку в приложении BandPass. Начнем сначала. Приложение BandPass, в нем можно делать музыку на любой стиль, как вы захотите. И сейчас я вам покажу, например, как можно делать музыку и расскажу про BandPass. Так, называем, например, для видео. Все. Делайте название, какое вам надо. Все, заходим. Здесь вы можете выбрать, вот сюда, заходите в настройки, выбираете вот это и уставляете единицы измерения. Тут вы можете выставить длину, которую вам надо. Вот тут можете вы расставлять звуки так. И прежде чем делать музыку, нужно сначала выставить BPM, который вам нужен. Заходим сюда, выставляем BPM. Чтобы хай-хат хорошо звучал, я всегда выставляю BPM 150. Но вы можете выставить на свой вкус. Смотря какую музыку вы будете делать. Так, все, выставили. Сейчас я немного расскажу про BandPass. Тут у нас тик. Если вам не нравится такой кик, заходите сюда. Выбираете, тут вам нужно кик. Вы можете тут прописать кик. Или зайти в Sample Packs, я всегда этим пользуюсь, и выбрать тут вам нужный кик. Выбираем кик, и вот у вас 7 образцов. Я выберу 5. Все, есть. Еще я вам хочу рассказать, что тут... Можно, ну, бывает такое, что если вы поставите звук, он очень быстро длится. Бывает такое. Я сейчас расскажу, как исправить эту проблему. Пишем, например, пиано. И выбираем пианино, которое вам нужно. Например, вот это. Сейчас мы заходим. Нажимаем вот этот на пианино, вот, которое тут так включено. Этим можно регулировать звук. Шаг. Это если вы потянете вот сюда назад, звук у вас бьет и такой вот. Если вперед, то такой. Вот, и поэтому вы должны настроить, как вам надо. Реверс – это сначала, задом наперед. Вот, заходим сюда. Сейчас у меня звук нормально. Ну, сейчас, смотрите, нажимаете на ваш звук, задерживаете и отпускаете. И вот у вас такой плюсик вот тут и тут стоит. Вы нажимаете на него и добавляете, сколько вам нужно. Например, мне нужно вот так вот. Все, есть. Нажимаем на крестик и слушаем. Звук длится так же. Но если его сделать еще длиннее, ну, вот. Ну, часто такое бывает. Сейчас давайте сделаем музыку, образец какой-то. Чтобы вы поняли, как делать музыку. Так, заходим в Sample Pack. Ну, вы можете еще тут искать вам нужные вам звуки. Заходим вот сюда. Вот у вас тут. Вот. О. Так. Заходите сюда. Здесь есть и хай-хеты, и клэпс, и еще много чего. Вот тут это бас. 808, здесь 808 другой немножко. Ну, давайте, так, кик мы выбрали, есть. Теперь давайте выберем, давайте снейр. Вот. Можно выбрать такое, а вот можно выбрать клэп. Ну, давайте выберем снейр. Хотя давайте вот это тут, все, есть. И ставим сначала, как вам нужно. Вы, конечно, можете сделать свою мелодию, как вам лучше. Выставить BPM. Так. Идем сюда. Выставляем вот длину дорожки. Ставим на 4. Все, есть. Так. И теперь сначала нужно расставить снэр. Сейчас слушаем. Ой, стоп. Так, тут еще нужно поставить вот так вот.
И еще вот так вот. Видите, как я отступаю? Так вот. Раз, два, ну, везде. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать клеточек я отступаю. Но вы можете выставить по-своему. Только нужно, видите, здесь раз, два, три, четыре, пять, восемь. И тут в конце еще семь. Если сложить, получится 15. Поэтому всегда нужно, чтобы между снейром было одинаковое расстояние. Поэтому пробуйте делать так, чтобы у вас было всегда одинаковое расстояние. Теперь поставим кик. Так, например, вот так вот. Сейчас. Так. Это я поставил паузу. Вот я придумал такую вот музыку. Сейчас громкость настроим. Все, слушаем. Хотя можно еще чуть-чуть изменить сейчас. Ставим вот так. Везде там, где у вас стоит два кека тут. Ставим его назад, чтобы было расстояние 4 клеточки. И теперь. Нет, все-таки выставляем на расстояние 5 клеточек. Вот. Все, есть. Это мы сделали бит. Теперь давайте сделаем бас. Так. Sample packs. Я всегда им пользуюсь, потому что здесь самые лучшие звуки. Ну, это для меня так. Так, выбираем бас. Вот этот сойдет. И просто наставляем там где хит. Ой, там, где бит. Кик. Под киком выставляем бас. Под каждым. Все. Тут можно убрать его и поставить, так, это у нас 808 номер 3. Заходим сюда, выбираем третий, все. Так, тут у нас ставим сюда, заходим и ставим его на шаг немножко вперед. И, кстати, вот так вот, если нажать сюда, можно замерять длину, которую вам надо. Я сейчас выберу вот такой вот. И сейчас прослушаем. Еще меньше делаем. Сойдет. Заходим сюда. Ставим на самый обычный. Так, и выбираем. Так, где у нас он? Вот. Нет, давайте возьмем другой бас. Так, заходим. Вот этот четвертый возьмем. Так, вот он у нас. Сейчас так. А вообще лучше давайте его уберем. Все, убрали. И сюда ставим. Я думаю, нормально. Звук ему. И если, чтобы у вас все не смешивалось, вы можете регулировать звук. Например, вот так вот этот. Тут вот так вот этот. Бас оставляем, ну, тоже так. Так. С битом сойдет. Сейчас нажимаем на сюда. Вот такой вот цветной какую-то радугу. Так.
Выбирайте какой-то у вас ударный, бас. Я выбираю бас. Все. Нажимаем на производить. Загружается. Так, все, загрузилось. Теперь ставим хай-хеты. Так, выбираем. Какой вам надо. Так, заходим в Sample Pack. Тут тоже хорошие. Выбираем, какой нужен. Пускай так вот будет. Так, тут ставим. Вот так вот. Ну, можете сделать, конечно, свой хай-хет, но я делаю так, как мне нравится. Наставляем везде. Пропуская одну клеточку, это обязательно. Так, сейчас давайте поставим тут. Сейчас. Сейчас. Если у вас примерно такое получилось, то вы уже хорошо делаете музыку. Ну, как для первого раза. Все. Сейчас давайте сделаем какую-то мелодию. Так, нажимаем на вот это инструменты. Так, заходим на радугу. Так, это у нас будет ударный, пускай. Так, все, производить. Все, есть. Сейчас мы будем делать мелодию. Выбирайте любой вам звук, ну и Sample Pack. А вот тут в поиске, ну какой вам нужен? Только тут нужно писать на английском. Так, пьяно. Выбираем пьяно нот. Сейчас не хочет. Пускай будет вот это вот, пиано 1. Все, есть, мы его взяли. Выставляем, как вам надо. И выставляем, да, например. Делаем вот так. Так, тут нужно немножко подумать сейчас. Заходим сюда, нажимаем на вот этот знак пианино. И тут выбираем. Так. Сейчас. Нет, точно нет. Так. Сейчас нужно думать. В общем, мелодии вы можете придумать сами, какую вам нужно. Выбирая звук. Вот. Заходим в Random Sample Instruments. И тут выбирайте все, что вам надо. Ну, если вы знаете английский. Вот. И выбирайте, какой он звук. Вот, подряд выбирайте звуки. Так. И тогда делаете мелодию, которая вам нужна. Я думаю, вы все поняли. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И отправляйте это видео своим друзьям. И ставьте на колокольчик. И обязательно пишите комментарии. А с вами был Евакон. Всем до встречи и всем пока.